Нещодавно прес-секретар диктатора Дмитрій Пісков, він так натякнув росіянам, що війна триватиме до того часу, поки Путін буде живий і при владі. Як думаєте, чи може це змусити, ну, розуміємо, з росіянами самим простим цим народом все ясно, вони навряд чи підбуряться і вчинять якийсь протест, але хоча б еліту. Чи змусить еліту стати на шлях ліквідації Путіна? Адже їм, ну, розуміємо, що війна не вигідна. Ну, вы абсолютно правы, здесь я с вами должен согласиться и соглашаюсь, естественно, потому что у меня такой же абсолютно анализ. И искать логику какую-то, да, вот почему Песков говорит такие вещи, что, в общем, является демобилизационным фактором, да, потому что для всех элит, для всей России всегда надо было говорить, что война эта скоро быстро кончится, нам нужна быстрая победоносная война, а дальше мы будем развиваться, там, захватим новые территории, прироста у нас там какого-то богатства за счет воровства этих территорий с Украины, у Украины и воровства ее, так сказать, материальных ресурсов, которые мы найдем на этих территориях. Вместо этого Путин и Песков, и Лавров говорят, что война будет длиться долго, а это страшная вещь, но они просто идиоты. Вы знаете, я вот долгое время я пытался искать логику. В Путине логику искать, в его окружении и так далее. И каждый раз я себе говорю, ну не может быть, чтобы люди до такой степени не видели, что они достигают абсолютно противоположных целей, что бы они ни сделали. И вы знаете, как эксперту мне тяжело прийти к выводу, что они просто дураки. Ну вот дураки, идиоты, это просто это... Если помыслить немножко и во времени, и в пространстве, то мы придем к этому убеждению, что Путин, с одной стороны, идиот, просто человек, который не понимает, что он затеял, не понимает, куда он ведет Россию, не понимает, что он делает. И с другой стороны, если он настаивает на том, что он этим будет заниматься, значит, он еще сумасшедший идиот. Значит, и к тому же он самоубийца. И вот чем дальше я на это смотрю, тем больше я в этом убеждаюсь. То есть мне это странно, как эксперту говорить такие вещи. И вот люди некоторые мне говорят, ну что ты его там, он никакой не идиот, он серьезный вполне человек, он знает, что делает. Да не знает он ничего, что он делает, он идиот. Вот из этого надо исходить. И вы знаете, это самая страшная вещь. Потому что если бы он был рациональным человеком, который знал бы, что он делает, тогда с рациональным человеком можно аргументированно дискутировать. Рациональному человеку можно представить аргументы, почему то, что он делает, идиотизм. А вот идиоту нельзя, потому что идиот и не поймет, что он делает, идиотизм. А самоубийца хочет самоубийца. Поэтому отговаривать его от того, чтобы он ввел себя, свой режим и всю Россию, и даже весь мир в самоубийство, довольно сложно, потому что самоубийца тем и занимается, что он хочет совершить самоубийство. Вот. И у него голова вся устроена так. И в российской и в советской психиатрии, кстати, самоубийцы – это психически больные люди. Их любого человека, который делает попытку самоубийства, он оказывается первым делом в психдиспансере, где его обследуют на здоровье психическое. Вот. И в этом смысле, к сожалению, у Путина это так, а это страшнее всего остального, потому что эти люди в российском руководстве, мы теперь видим по статьям Патрушева, по твиттеру Медведева, что в российском руководстве находятся абсолютно неадекватные люди, абсолютно нерациональные люди. Если бы они были рациональны, с ним можно было бы даже о чем-то там переговариваться. Но поскольку они абсолютно нерациональные люди, с ними не может быть никаких переговоров. Вы знаете, это такая же вещь, как вот когда какой-то сумасшедший человек, какой-то психбольной, какой-то идиот берет в руки оружие, захватывает заложник, то вот по всем американским фильмам мы там видим, как приходит какой-то человек, который начинает с ним переговоры. Там Брюс Уиллис какой-нибудь там, да, который начинает с ним, причем переговоры, сдаться, чтобы освободить заложников и чтобы не было жертв. Вот сейчас мир с Путиным разговаривает вот так. И с ним единственная возможность каких-то переговоров, это чтобы спасти хотя бы мир. Потому что о России мы уже теперь уже даже не говорим, потому что мы понимаем, что это страна обреченная абсолютно. Пане Сергію, от враховуючи всі ці нюанси, аспекти, ситуацію в Кремлі і тому подібне, особливо з елітами російськими,
Наскільки Путін зараз тримає все в своїх руках? Чи ні? От ваші думки з цього приводу. У власті це очень странная вещь, потому что власть – это всего лишь добровольное согласие большого количества людей делать то, что говорит один человек. И власть заканчивается ровно тогда, когда эти люди говорят, что мы тебя больше не считаем за своего руководителя. Вы знаете, это выглядит очень странно, но это именно так. И, кстати, такую власть, когда вот если миллионы россиян просто единоразово даже не выйдут на площади, ну, лучше всего, конечно, если они выйдут на площадь, но если они просто скажут, что Путин не наш президент, а он уже не президент России, он уже просто подозреваемый в уголовном преступлении, который разыскивается по мандату на арест Международным уголовным судом в Гааге. Вот, и если они скажут, нам просто этого сумасшедшего человека надо арестовать и выдать в Гаагу, и война эта закончится, и власть Путина закончится. Кстати, власть Путина, у него, конечно же, нет никакой полноты власти, потому что он отдает приказы, а дальше все эти приказы должны транслироваться по всей линейке иерархической всем людям, которые стоят под ним. Министру обороны, министру внутренних дел, начальнику Росгвардии, там, я не знаю, начальникам всех специальных служб и дальше председателю правительства, я не знаю, там, губернаторам и так далее. Вот все эти люди, пока все эти люди добровольно готовы выполнять приказы сумасшедшего идиота, его власть существует. Как только они скажут, мы тебя не считаем за человека и за президента, власть его закончит. Пане Сергію, дякуємо вам, що змогли долучитися до нашого прямого ефіру. Дякуємо за те, що прокоментували ті події, які наразі відбуваються в Росії. Для наших глядачів нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Жернов, екс-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ. Дякуємо вам.